Менее получаса назад на космодроме на мысе Канаверал совершил посадку космический челнок «Атлантис». Скорее всего, полет, который только что завершился, станет для него последним. Американское аэрокосмическое агентство НАСА до конца года намерено свернуть программу Space Shuttle, так как срок эксплуатации кораблей подходит к концу. На какое-то время США останутся без своего средства доставки людей и грузов на орбиту. Эта миссия будет целиком возложена на российские союзы. Чтобы отметить прощальный полет шаттла, его экипаж взял с собой американский флаг, который был на борту «Атлантиса» в самом первом его полете в 1985 году. Впрочем, пока у «Атлантиса» еще остается шанс взлететь. До завершения программы Space Shuttle остались еще полеты Discovery. Он состоится в сентябре, и «Эндевра» в ноябре. На это время «Атлантис» будет служить страховочным кораблем. Он будет готов срочно отправиться на орбиту в случае чрезвычайной ситуации.